Приветствую вас на нашем канале. Это рубрика «Мужская кухня». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, как приготовить чесночный соус, который достойно украсит вкус ваших первых и вторых блюд за вашим столом. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для приготовления чесночного соуса я взял 100 грамм чеснока, очищенного, это где-то 3 головки крупных, 100 грамм растительного рафинированного масла, 100 грамм охлажденной кипяченой воды, половинку лимона, пол чайной ложки пищевой соли поваренной и пол чайной ложки черного молотого перца. Начинаю готовить. Для начала необходимо измельчить чеснок. Я это буду делать с помощью чоппера. Вы можете с помощью чеснокодавки. Так, чеснок я измельчил. Вот такой он получился. Отправляю это все в стеклянную емкость, где я буду все смешивать. Сюда добавляю холодную воду 100 грамм. Отправляю сюда соль, перец и выдавливаю сюда же половинку сока лимона. И теперь все это надо измельчить погружным блендером. После того, как измельчили погружным блендером, добавляем где-то 50 грамм растительного масла и перемешиваем. Добавляем еще оставшиеся 50 грамм растительного масла и перемешиваем. Так, соус готов. Вот такая у него нежная текстура, приятного аромата. Этот соус подойдет к первым блюдам, ко вторым блюдам, к рыбе, к мясу, к чесночным пампушкам и к любому другому блюду. Сейчас попробую я его на вкус. Вот такой вот он, видите, нежный. Это бомба. Хранить его можно в холодильнике в бутылочке. Вот такой вот стеклянной, плотно закрытой. Где-то максимум неделю. Учитывая, что здесь используется лимонный сок, он служит как консервант. Ну и также мы знаем, что чеснок, он тоже имеет такие вещества, которые продлевают срок хранения. Вот. Неделю его смело можно хранить в холодильнике. Ну, желательно 3 дня и использовать его в пищу. Попробуйте приготовить такой соус и вы. Вы не пожалеете. Готовится он очень быстро. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.